Четвертый открытый всероссийский конкурс «Образ искусства» завершил свою работу в Санкт-Петербурге. Лауреатом первой степени в номинации «Авторское творчество», автор-исполнитель в категории «Профессионалы» стал концертмейстер Одинцовской музыкальной школы Александр Симканич. Конкурс проводился в два этапа. Второй, очный, пришелся на период противовирусных мероприятий. Жюри пришлось оценивать работы конкурсантов дистанционно. Победа в таких непростых условиях имеет особую ценность.